как задавить двух человек и не сесть в тюрьму? Ответ на этот вопрос знает дочь высокопоставленной иркутской чиновницы Анна Шевенкова. 2 декабря 2009 года она не справилась с управлением в центре Иркутска. Выехала на скорости на тротуар и сбила двух сестер. 34-летнюю Елену и 27-летнюю Юлию Петковых. Елена скончалась в больнице, а Юлия стала инвалидом. Происшествие сняли камеры видеонаблюдения. Вот эти кадры. Здесь четко видно, как виновница ДТП выходит из авто и, не обращая внимания на пострадавших женщин, осматривает поврежденную машину, а затем разговаривает с кем-то по телефону, возможно, со своей мамой, на тот момент председателем областного избиркома. Через 2 года судебных тяжб Шевенкову приговорили к 2,5 годам колонии-поселения с отсрочкой наказания до достижения ее сыном 14-летнего возраста. Позднее, в 2012 году, брат пострадавший добился частичного взыскания морального вреда в размере 200 тысяч рублей. А недавно стало известно, что виновница ДТП со смертельным исходом попала под амнистию к 70-летию Победы. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!